Да, доброе утро. Ну, на самом деле уже не утро. У нас тут вовсю кипит работа. Просто что-то как-то, когда снимаешь, продуктивность снижается. Я тут потихонечку додраиваю кухню, вот эту часть. Чай делаю прямо в трехлитровой банке. Вот он остывает, и как раз меня Саня выпивает эту банку этого чая, и детишки помогают. Очень удобно, сразу сделал, и он остывает, и прохладительный такой напиток. Единственное, что я сюда травок хочу каких-то покидать. Сумела отмыть только один единственный шкафчик, уже потихонечку забивается какими-то нашими продуктами. Мультиварочку намыла вчера. Мне она настолько нравится, что я думаю, что я ее заберу с собой в город, а сюда привезу другую. Хорошо, Мирославе, качаться? О, здорово. А я тут занимаюсь граблями. Ну, то есть скосили, конечно, траву, это все замечательно. Вот, но програбить это все надо. У меня там уже такой сток организовался. Ну, вообще задачи, конечно, ужасные стоят. То есть вот надо покорчевать все вот эти кусты, которые наросли. Здесь половина сухое, половина крапива. Это самое идеальное место для сна. И свежий воздух, и легкое такое покачивание, и тенечек. Мне осталось вот буквально вот здесь вот чуть-чуть. И вот здесь чуть-чуть. Все остальное уже сделано. Ну, отдыхай, отдыхай. Зоя спит, не буди ее, ладно? Закончив с травой, я взялась за ножовку. И я тут пытаюсь освободить немножечко вот эти вот заросли. Вообще прикольно, конечно, когда вот такие заросли, это красиво. Не, ну правда, это прикольно. Но ходить невозможно, они уже тут половина иссохшиеся. Я вот сейчас отпилила эту веточку и освобождаю ее от пут. Ну так здесь уже стало почище. Ну, я имею в виду, что вот тут все было заросшим. Вот это все я отрезала. Так, ну вот. Уже прям хорошо. Представляете, как здорово избавиться от веток. Я еще нашла одно применение ножовки. Это городский шиповник. Он так это хорошо пилится. Ну, не левой рукой, конечно. Надо правой. И все. И убираем. Прямо прелесть, как хорошо. Так вот, ших. Хотя бы ходить здесь можно будет. Сжечь, все сжечь. А муж прорубает проход к берегу. Класс. Там просто дорога для автомобилей. Ну а с шиповника я перекинулась на деревья. Потому что здесь они нам не нужны. И если вырастут дуры, вот какие там на берегу, перекроют нафиг все. Вот, тут просто целая тропинка выросла. Ну тут хотя бы проходить можно, и то хорошо. Ну еще не до конца доделали, но почистим еще посильнее. Фу. Рубила деревья. Я вся мокрая насквозь просто. Пришла отдохнуть, у меня уже все, сил не хватает. На самом деле так конкретно выросли эти деревья. Это полный кавардак. Как с этим справляться будем, не знаю. Фух, ну, по чуть-чуть. Куда же без игр с собачкой? Ачк! Грызи, грызи. Ну и параллельно всему решили еще и до берега добраться. Немножко тут траву скосить. Такая вот тут красота. Берег будем себе делать, чтобы с девчонками сюда приходить и играть. Ну, здесь здорово, здесь спуск вот такой резкий, он там начинается, а здесь по коленку, наверное, где-то даже меньше. Лягушатник такой.
такой отдых небольшой после того, как берег почистили. Не до конца еще, но много что сделали там. Так что сейчас, каждый раз, когда будем ходить купаться, будем там что-то подчищать. Кажется, у меня сгорела спина. И вообще предлагаю пока это просто послушать скрип качельки и посмотреть, над чем я залипаю. То сюда посмотрю, как птичка там что-то делает. Или это что? А, это бабочка. Обалдеть. То туда посмотрю, то на небо. Зои. С зайчиком так играешь? Топ-топ-топ. Уронила. Упал. Как хорошо, когда есть старшая сестра. Размазывает эту фигню от комаров и себя помазала. Сейчас пошла сестру мазать. И меня тоже помазала. А еще сзади ей надо на ножке сзади размазать. Ну, это ты не попшикала? Нет. А потом я попшикаю еще и одежду. Давай сюда мне эту штуку. Одежду. Чуть-чуть попозже. На кухне просто пшикалка. Надо идти за ней. Иди, я тебя подожду. Я хочу еще посидеть. Много? Чуть-чуть. Это что значит? Это я по-английски пою. И вот уже вечер. Ну, я тебе взяла ключи от машины на всякий пожарный. Ирбис, ты остаешься дома. Ушел вон. Ирбис. Борода многогрешная. Так, борода многогрешная. Иди давай. Острослов ты какой. А что ты не супер яркой стороной его носишь? Кислотные цвета в моде сейчас. Иди отсюда, а? Ты что уже свою роль выполнила? Вали. Ну, тогда я тебя даже не толкну. Ирбис, пойдем. Повар, иди домой. Иди домой. Вот. Вот здесь все прокосили. Ну, внизу, вот так вот. Осталась основная часть. Ну, это чтобы лодку можно было спокойно сюда парковать. А вот с этой части купаться. Весь берег в банях. Наша баня. Вторая и третья, то есть три бани здесь по этому бережку. Одну из них топили сегодня, и вот нас пригласили помыться. Не знаю, сегодня вечером это сделаем или уже завтра. Посмотрим, как дети. Если дети уснут, то понятное дело, что завтра пойдем. Но оно и хорошо. Я помню, что Мира маленькая в бане орала дурниной, потому что там, видимо, жарко или что-то такое. Я ожидаю от Зои этого, потому что Зоя, она такая же в этом плане. То в воду холодную сразу ее окунать нельзя, то еще что-то. Орет. Фиг разберешь, что хочет сказать этим. Вали уже отсюда, а? Тебе. Женщина. Отдай мои нарукавники. Мне они нужны. Какая грязная лодка. Помыть будет. Вот еще одно задание. Нам помыть лодочку. Тебе мягкую подушечку под попку подать? Иди. Нет. А, выталкивай. Да сейчас тебе. Монтаж – великая вещь. Можно так смонтировать это, что он там просто с первого раза завелся и поехал. Да что ж ты не хочешь? Но мы не будем этого делать. Ну, как только я перестала снимать, сразу же он и поехал. Так, пойдемте в комнату. Пока так.
застелила Мире диванчик и детская кроватка. Ну, конечно, белье такое разносортное у всех. Дачи выбирать особо не приходится. Сюда привезла свои старые комплекты из кроватки, из детской. Пледик привезли. Ну, это альтернатива Зоиному одеяльцу на данный момент. Зоина одеяльце в стирке сейчас. Подушечка. В общем, все по красоте. Девчонки у меня будут вот так вот уголочком спать, уютненько разложившись. А вот здесь будет наша кровать. Решили, что делиться и в разных комнатах спать, а смысла особо нету. Ну и что творит мой младший ребенок? Я маме застелила кровать. Тихо, господи. Застелила кровать, она тут бесится, понимаешь ли. Ну ты, сумасшедший, дитя. А все потому, что здесь мультики. Мира пока отрубилась на диване. Вот. Я тут успела только пол протереть. Но я сейчас свет не буду включать. Мира спит все-таки. Ну, короче, все приедут, я перенесу всех детей. Сейчас уже не буду этим заниматься. Остатки вещей сейчас загребаю. О, а вот и приехали нагруженные. Я как раз только-только девчонок переложила наверх. Пойдем встречать. Да, Ира, без спису? Пойдешь встречать рысеньку? Беги! Сайгак мой. Давай, давай, давай. Собачки. Собачки рады? Собачки счастливы. Поздняя ночь, мы только закончили таскать вещи. Невероятное количество. Куда столько? Ограбили ОБИ, ограбили там какой-то продуктовый магазин. Ужас. Вот у нас тут просто куча-куча всего. Какие-то пакеты. Еда, не еда. Часть уже по холодильникам раскидали. Здесь у нас пара шезлонгов. Какие-то штуки. Детский столик. Настил. Очень клевые детские две тачки. Коробки с качелями, с домиками, не пойми с чем, стульчики. И просто, просто жесть полнейшая. Целая коробка вообще вот. Что это? Качели. Ужас. Завтра будем все разбирать.